Женщины Бабаюртовского района против террора. Форум прошел в Бабаюрте. Говорили о проблеме вовлечения молодежи в ряды международных террористов и о роли матерей в предотвращении этого. В работе форума приняли участие министр печати Дагестана Азнауражиев, министр по национальной политике Татьяна Гамалей, представители АТК, омбудсмен Интизар Мамутаева и женщины района. Выступающие отметили, как важно заниматься воспитанием ребят с детства, прививать неприятие к терроризму и экстремизму. К вам еще почему обращаемся? Не для того, чтобы вы пришли, послушали и ушли. Я вас очень прошу, я умоляю вас всех, понять одну вещь. Если мы сегодня, вот при нашей жизни, да, мне 42 года, здесь кто-то постарше, кто-то помладше, но вот это поколение, если не возьмется, не исправит положение то, в котором мы находимся, а это серьезно. Два человека из Бабаюртовского района, это уже серьезно. Мы всем своим обществом, всеми своими фибрами души и так далее, мы должны противодействовать этому. Где два, там дальше 20 будет. Это как инфекция. Она, если ей не противодействовать, если не найти антибиотик, она не останавливается. Вот этот антибиотик, вы, женщины, поймите. Уже после минуты молчания почтили память всех, кто пострадал от рук экстремистов. Отмечу, что в результате теракта в Бабаюртовском районе погибло 19 человек. Их фотографии были выставлены отдельным стендом. Министр по национальной политике Татьяна Гамалей отметила, что в октябре планируется проведение съезда женщин Дагестана. Будет возможность обсудить проблемы воспитания детей и поговорить о том, какую роль могут сыграть женщины в борьбе с терроризмом. Министерство по национальной политике планирует провести в октябре съезд женщин Дагестана. И нам очень хотелось посмотреть, как пройдет это мероприятие в Бабаюрте, поучиться у вас. И вместе с тем мы хотели бы, чтобы этот опыт распространился по всей нашей республике. А вот в октябре уже собрались представители женских организаций наших муниципальных образований в Махачкале и обсудили те проблемы, которые стоят перед нами.